На площадке модульной лыжной базы собрались самые спортивные чистопольцы. Всем им предстоит проверить свои силы и выносливость в республиканских соревнованиях «Лыжня Татарстана». Перед забегом всех спортсменов приветствует руководство муниципального района и ветераны спорта. «Лыжня России, лыжня Татарстана собирает всегда истинных приверженцев и любителей спорта, всем тем, кто любит заниматься самосовершенствованием, кто любит здоровый образ жизни. Пусть сегодняшнее соревнование вам послужит для укрепления вашего здоровья, для укрепления ваших спортивных навыков. Всегда двигайся, занимайся над собой, иначе будешь заниматься тогда, когда заболеешь. Вот поэтому, чтобы этого не было, если ты начал движение, начал заниматься, ты должен до конца жизни. Некоторые позанимались, стали там, добились результатов, и все, прекратили активный образ жизни, и что получается? Оплыли, зажирели. Должен всегда, вот сейчас вот этот спорт, любой вид спорта доступен здесь, с приходом вот Рустема Гарипыча, стадион, район нашего часового завода ожил. Первыми на лыжню стали люди с ограниченными возможностями. Следом за ними соревнуются школьники самых разных возрастов, сотрудники предприятий и организаций, муниципальные служащие и ветераны спорта. Такие испытания проходят ежегодно и являются большим зимним праздником. В нем участвуют как профессионалы, так и новички, которые совсем недавно встали на лыжи. У нас в Чистополе всегда активно молодежь и люди с ограниченными возможностями, старшее поколение, старшим возрастом всегда активно принимают участие, как и сегодня. Я уверен, покажете прекрасные результаты. Во время соревнований все желающие сдают нормы ГТО по лыжному спорту. Победителям лыжни Татарстана вручают грамоты и подарки. Фотография.